люди, которые здесь там в уровне разбираются, то вы меня спокойно поправляете, потому что я, в общем, как было сказано, базового образования в этой области не имею. Все, что знаю, знаю исключительно из самообразования. Что-то могу знать не совсем точно. Так, ну хорошо, давайте тогда начнем. Пошла запись? Отлично. Значит, просто много вообще истории о том, куда взялся GSM, почему мы там активно занимаемся. GSM, это изначально была паневропейская разработка, это был такой один из наиболее успешных, один из первых опытов разработки, которую делала вся Европа с Копом Гуртом и совместно. После того, как было первое поколение сотовой сети аналоговое, где каждая страна разработала свою систему, там, ни одна из них не стала там суперуспешной, и когда стали разрабатывать, уже приходить к цифровым технологиям в сотовых сетях, то есть где-то как раз в 80-е годы эта идея появилась, стало понятно, что там одна страна не может разработать там качественную, хорошую систему, и вот была идея о том, что вся Европа скооперируется и сделает такую супер-пупер крутую вещь. Собственно, что и получилось. То есть изначально эта разработка называлась на французском, не помню, не читая французский, не могу воспроизвести. Соответственно, впоследствии была переименована в Global System for Mobile Communications. Начальное название тоже имело аббревиатуру GSM, но имело французское название, которое я не воспринимаю, к сожалению. Потом была переименована в Global System for Mobile Communications с сохранением аббревиатуры и перешла под крыло тоже Европейского института ЕЦИ. И, соответственно, стала европейским стандартом. Благодаря такому усилию она фактически, благодаря своей простоте, она стала впоследствии распространяться за пределы Европы. И, как мы прекрасно знаем, сейчас используется фактически во всем мире. После этого она уже была переименована в Global System for Mobile Communications. Значит, разработка была начата в 1982 году, то есть 30 лет назад. И первые коммерческие системы, судя по анекдотическим данным, появились в 1992 году, то есть 20 лет назад. То есть технология совсем не новая. Поэтому многие люди спрашивают вообще, зачем вам такая старая древняя технология, вообще прошлый век, неизвестно зачем. Но здесь есть у нее одно большое преимущество. Она на данный момент занимает 80% всего рынка мобильных коммуникаций. И под нее существует огромное количество дешевого оборудования абонентского. В общем, на самом деле, нет дешевого, там дорогое есть, но существует полный спектр, вот совсем дешевого, копеечного, там, несколько десятков долларов, китайские телефоны стоят, бушные телефоны вообще несколько долларов стоят, и вплоть до совсем хай-эндовского, смартфонов и так далее. То есть это огромная, скажем так, махина, которая еще долго-долго будет существовать. То есть я в процессе разработок общался с апологетом 4G, который это очень GSM, там, через 5 лет сдохнет, ты вообще, например, не услышал. Не верю в это. Еще как минимум лет 10 будет жить и существует, вполне себе выполнять свои функции. Так, дальше. Значит, основная идея GSM, когда он появился, была в том, что это была замена аналоговым сотовым сетям. Соответственно, с появлением цифровых сотовых сетей повысилась эффективность использования, стало возможно больше абонентов, сети росли, они достигли уже предела, когда аналоговые сети просто не могли тянуть фактически нагрузку при разумных затратах операторов. И базовый GSM, он предполагает две основные функции. Это передача голоса и передача коротких сообщений. Все остальное было добавлено фактически потом уже в качестве там отдельных настроек. И это то, что называется два сети второго поколения. Пакетные передачи данных, вот GPRS, Edge, они были пристроены к GSM сбоку
То есть вот, действительно именно сбоку. То есть там как бы от GSM в протоколах прямо сделан такой как бы, отвод, что вот от этого момента начинается GPRS, и там все по-другому. Вот, поэтому дальше на него начали там настраивать уже другие вещи. 3G это вообще отдельная настройка, которая к классическому GSM уже вообще совсем не имеет никакого отношения, так вот, по крайней мере, на нижнем уровне. И поэтому очень интересно, что вот, получается вещь, которая в ходе развития своего 20-летнего на самом деле получила достаточно монстрообразной, потому что к ней постепенно настраивали, подстраивали с разных сторон, она росла вширь. Сначала была очень красивая, простая вещь, но в итоге получилась достаточно большая и сложная. Значит, основана она была на сетях ISDN, это цифровые телефонные сети, и оттуда была взята основная архитектура. Собственно говоря, опорные сети GSM, они там, наверное, на больше чем 90% похожи, местами одинаковы с цифровыми сетями ISDN. Я, честно говоря, не знаю, насколько ISDN был распространен в Советском Союзе, но на Западе он был достаточно популярен, прямо скажем. И, ну, наверное, в Советском Союзе был. Я, честно говоря, не знаю. Сейчас Советского не было, но сейчас в России еще применяется. Не было, в Советском был. Не было. В военных стыке на Е1. Только в России было, и то очень. Да. Ну, это называлось немножко по-другому, КМ называлось. Какая разница? Ну, в общем, да, не суть важно. Идея в том, что фактически вся архитектура верхнего уровня была изначально взята из ISDN, и была... ISDN очень, прошу прощения, очень сильно распространен в корпоративных сетях связи. Видим там сигнализации, DSS, EQC. Это очень сильно до сих пор. А ну, среди массового населения нет. Соответственно, была переделана, собственно говоря, та часть, которая отвечает за, понятно, радиопротокол, за управление мобильностью абонентов, потому что то, чего фиксированной связи нет. Вот, а верхний уровень остался такой же. Вот. И из ISDN же, вот из этого классического телекоммуникационного, вообще, скажем так, классической телекоммуникационной архитектуры в GSM пришла такая иерархичность очень глубокая на всех уровнях, то есть там протоколы все очень иерархичны, где каждый уровень фактически независим и стыкуется с другим уровнем там, через вполне определенные интерфейсы, там, сами пакеты упаковываются друг в друга как матрешка, в общем, в них это вот дерево вложенности очень глубокое, это очень непривычно, когда ты работал, например, с интернет, с IP-сетями, где все абсолютно плоское, где все пакеты, там вот заголовок, payload, максимум там еще в payload что-то есть, и как бы вот и все, где все адресуется абсолютно плоско, каждый узел может общаться с каждым узлом, когда ты начинаешь после такого вот многолетнего общения с IP-сетями смотреть на GSM-сети, на телефонные сети, у меня, честно говоря, был тихий шок, вот, и вообще совершенно непонятие, как так можно жить, потому что, с моей точки зрения, это огромные накладные расходы на то, чтобы все это распаковывать, перепаковывать. Но, видимо, так людям было проще в то время, и так оно было сделано. Вот то, про что я уже говорил, соответственно, поколение сотовой связи, так вкратце, просто чтобы напомнить, значит, 1G это была аналоговая связь, самая первая сотовая связь, которая вообще появилась, соответственно, 2G это был переход на цифровые технологии, 2,5G это было появление передачи данных, в GSM это, значит, было появление GPRS, 2,75G это было ускорение передачи данных, это был апгрейд до Edge, дальше 3G это была уже сеть, которая построена в основном для передачи данных, уже на другой совсем архитектуре, у нее основная цель была передача данных, и 4G это тоже фокус на передачу данных, плюс это уход от вот этой многоуровневой архитектуры к более плоской архитектуре,
такой более интернет-подобной. Она все равно, конечно же, осталась достаточно, скажем так, иерархичной, но уже намного более плоской, чем первые сети. Просто потому, что это дешевле, проще и так далее. Так, значит, дальше, что такое сотовые сети, почему они называются сотовыми сетями, почему они получили такое широкое распространение? Потому что на картинке идеальный случай похож на соты. В реальной жизни он, по-моему, на соты никогда не похож. Сколько я их видел, они всегда какие-то кривые все. Вот. Но вот такая вот картинка из учебника, она выглядит таким вот красивым образом. Я, значит, вот эти границы нарисованы для тех, у кого все техническое образование было здесь. Это линии равной мощности сигнала, соответственно, если вот нарисовать, если каждый сот излучает сигнал одинаковой мощности, то границы, на которых сигнал одной базовой станции начнет перебивать сигнал другой базовой станции, будет иметь такую шестигранную структуру. В чем была идея построения этих сотовых сетей? В том, что при такой архитектуре построения мы можем более эффективно использовать радиочастотный ресурс, то есть мы можем повторно использовать одни и те же частоты. Допустим, у нас есть какая-то мощная вещательная станция, там, ТВ-станция, например, которая вещает на какой-то частоте. Там ТВ-передатчики очень мощные, они покрывают большую территорию, она вещает на одной эффективной частоте. Но количество данных, которые мы можем передать на одной частоте, оно ограничено. И в этом была основная проблема первых сетей связи, в том, что чем больше радиус покрытия, количество абонентов на одну базовую станцию, оно более или менее фиксировано. Поэтому чем больше радиус покрытия, тем меньше плотность абонентов, которую эта базовая станция может обслуживать. Понятно, чем больше площадь, тем меньше плотность абонентов. И, соответственно, уменьшая радиус действия базовой станции, мы таким образом можем повышать плотность абонентов, которые можем обслуживать. Поэтому, например, в городах соты имеют очень маленький радиус действия. То есть чем более плотная, так сказать, популяция абонентов, в общем, плотность абонентов, тем меньше должен быть радиус действия соты, чтобы обеспечить вот это вот, скажем так, вообще возможность связи. Поэтому идея использования сот связи, то есть это, скажем так, вот, у нас есть базовые станции, у каждой которой маленький радиус действия. Соседняя базовая станция может использовать другую частоту, и они не будут между собой конфликтовать, потому что частоты разные, значит, никакой интерференции между ними не будет. Третья использует другую частоту, четвертую, пятую, шестую, седьмую. Вот. Соответственно, здесь у нас... Здесь немножко по-другому нарисовано, но не важно. Обратите внимание, что... Так. Вот эти вот буковки F — это условное название частоты. Соответственно, допустим, эта базовая станция использует частоту некую F4, соседние с ней базовые станции эту частоту использовать не могут, потому что иначе будет интерференция и сигнал будет перебиваться. Но они могут использовать другие частоты, например, вот там F1, F2 и F3. Обратите внимание, что при такой архитектуре построения сотами у нас вокруг каждой из этих сот нету частот с таким же номиналом, скажем так. Вокруг F4 у нас нет ни одной соты, которая использует частоту F4. Вокруг соты с F3 нет ни одной другой соты, которая использует там частоту F3. Таким образом, можно избегать интерференции, строить очень плотные сети, фактически почти произвольной плотности. Вот поэтому эта идея построения сотовых сетей, она себя оправдала. То есть другой идеей обеспечения мобильности в свое время это была спутниковая связь, ну, она сейчас есть. И там известные всем там Inmarsat и так далее,
они как раз пытались обеспечить мобильность абонентов за счет широкого покрытия, но при этом, так как у них очень широкое покрытие, а количество частот ограничено, то плотность абонентов, которые они могут обслужить, очень низкая. Соответственно, так как у них мало абонентов, то получается высокая стоимость связи, они мало окупаются, что мы вообще наблюдаем. У сотовой связи они могут обслуживать очень плотные места с очень плотным скоплением абонентов. Получается много абонентов, более дешевое оборудование, это все нарастает. Какая была идея? Так, собственно говоря, архитектура сети GSM. И много-много разных сокращений. Давайте начнем слева направо. Значит, главное сокращение, которое здесь не присутствует, а которое постоянно используется, это сокращение MS, Mobile Station. Здесь оно называется MTTE, Mobile Terminal, либо Terminal Equipment. Ну, скажем так, вместо вот этого сокращения чаще используется сокращение MS, Mobile Station. Вы его будете слышать, если будете работать с GSM постоянно и везде. Под Mobile Station понимается, в общем-то, любой модем, сотовый телефон, практически любое оборудование, которое работает, является клиентским в сотовой сети. Дальше у нас есть то, что там в народе называется вышками, а более правильно называется базовыми станциями. Это, вот они прямо нарисованы, базовые станции, это BTS. Сколько я помню, это Base Transceiver System. Могу ошибаться. Идея BTS – это оборудование, которое, по сути говоря, обеспечивает радиочасть связи. То есть это та часть оборудования, которая преобразует сигнал из опорной сети в радиосигнал, который уже идет до мобильного телефона, до МС. При этом сама по себе БТС вещь достаточно глупая. Классическая БТС – это абсолютно тупое устройство, которое выполняет только функции самого нижнего уровня. Для тех, у кого есть профильное образование, она выполняет функции там, модуляции, кодирования, канального кодирования, декодирования, разбивка на пакеты, по-моему, и все. Дальше она получает пакеты и отправляет их дальше. То есть она вообще никакой логики такой умной в себе не несет. Абсолютно вот простой перепаковщик битов. Дальше идет BSC. Это Base Station Controller, то есть контроллер базовых станций. Это уже вещь немного с мозгами, которая управляет несколькими БТСами. Что она делает? Уровень BSC – это управление, в первую очередь, скажем так, радиоресурсом, так как радиоресурс у нас ограничен, количество частот ограничено, так как базовая станция абсолютно тупая, то нужно место, которое будет говорить: так, вот здесь мы выделим вот такие ресурсы, здесь мы выделим вот такие ресурсы. И вот этим как раз занимается Base Station Controller. Дальше, после Base Station Controller идет, к сожалению, на лампочке плохо видно, называется MSC. Честно говоря, я даже не помню. Mobile Switching Center. Да, Mobile Switching Center, точно. Значит, это, как следует из названия, центр, который занимается переключением. В общем, по сути говоря, это АТС на самом деле. То есть это уже мозги более высокого уровня,
которые работают на уровне соединения абонентов между собой. То есть, когда идет соединение между двумя мобильными телефонами, это соединение идет обязательно через MSC, который, скажем так, их между собой соединяет. То есть у него приходит одно соединение, он выполняет поиск второго абонента, когда он его находит, он, значит, через себя пропускает все данные, которые идут до этого второго абонента, и таким образом обеспечивает соединение. В общем, это фактически функция ТС в таком простейшем виде. Дальше что у нас есть? Дальше у нас есть VLR, это Visitor Location Регистр, да. Это, соответственно, вещь, которая отвечает за... Проще начать, наверное, с HLR объяснять, что это отвечает. Еще дальше есть HLR и AUG. HLR это Home Location Register, и AUG это Authentication Center. Соответственно, HLR AUG это, по сути, база данных, в которой хранится информация о абонентах, и в AUG хранится информация о ключах доступа к сети. То есть на сим-карте у нас записано, во-первых, скажем так, номер внутренний номер абонента, называемый IMC, как он шифруется, International Mobile Subscriber Identifier. Да. Интернациональный идентификатор мобильного подписчика. Он уникальный в пределах мира. То есть, насколько я помню, он абсолютно уникальный в мировых масштабах, но если ты не делаешь тестовую сеть, как бы локально, во всех развернутых коммерческих сетях. Там есть коды, содержащие, в общем-то, сеть, да. Для тестовых сетей там подводили. Ну да. То есть, да, идея в том, что вот этот код MC, он, по сути, начинается с кода страны, кода оператора, после этого уже внутренний код внутри оператора. Таким образом обеспечивается глобальная уникальность этого номера. И внутри сети все абоненты идентифицируются по вот этим вот номерам MC. Те номера, к которым мы все привыкли, сотовых телефонов, это, как это сказать по-русски, являются хендлами. Обработчики. В общем, являются, по сути говоря, виртуальными номерами, которые, которые нам присвоены. Вот это соответствие номера человека читаемого, скажем так, и EMC, оно хранится в HLR, насколько я помню. И поэтому как раз получается, что у одного абонента, в принципе, может быть, например, два номера. То есть, например, пользователи с федеральными номерами, у них часто бывает, что у них номер с федеральным кодом и номер с московским кодом. Ой, например, федеральный. Прямой московский номер. У этих людей обычно есть номер с федеральным префиксом и есть номер с префиксом московским. То есть фактически два номера. На самом деле это один абонент с одним идентификатором. И у него один IMSI-код. А телефонных номер у него два. Теоретически можно присваивать любое количество номеров одному абоненту. Это вот как захочется, так и будет. Но всегда одна сим-карта, один MC-код. Там же на сим-карте хранятся ключи аутентификационные, которые используются для аутентификации и для шифрования связи в GSM. Соответственно, когда ты подключаешься к мобильной сети, то происходит процедура аутентификации там, на основе этих криптографических протоколов, и сеть аутентифицирует ты ли это, потому что, в принципе, MC-код можно передать абсолютно любой, он на программируемых сим-картах программируется и представится он теоретически кем угодно. Но, опять же, в коммерческих сетях используется аутентификация, и сеть всегда знает, что ты действительно абонент
которым ты представляешься. Что здесь интересно, то, что в сетях GSM не происходило аутентификации сети, телефон не аутентифицировал сеть. То есть он всегда верил, что сеть та, которая... Сеть является той, кем она себя представляет. А сеть, идентификатор сети, это на самом деле всего два числа. Вот это вот идентификатор страны и идентификатор сети. Поэтому представиться там Билайном, МТСом, Водофоном, Чайным Мобайлом очень просто. И это как раз используется в различных не совсем, скажем так, легальных, совсем нелегальных применениях. И это та дырка, которая была закрыта только, насколько я помню, в сетях 3G или 4G, честно говоря, не помню. По-моему, в 3G она уже была закрыта, и в 3G, только 4G, происходит взаимная аутентификация, то есть мобильный телефон аутентифицирует сеть, проверяет, что да, я подключаюсь именно к той сети, к которой я хочу подключиться. Вопрос. Да. Секрет, который подтверждает, ну, контроль подлинности сети осуществляет, он хранится тоже на сим-карте? Да, или используется тоже? В виде триплета хранится, то есть он не в виде какого-то кода, а в виде хэша передается. Ключ. Ну, потом обсудим. Да, это был HLR, значит, в нем хранится, по сути, главное, что надо понимать, что в нем хранится соответствие вот этого уникального IMSI-кода самым привычным нашим телефонным номерам. И дальше VLR – это тоже, по сути говоря, база данных, но в ней хранится информация о текущем местоположении абонента и его текущих, скажем так, характеристиках, то есть конкретно на какой базовой станции он сейчас находится, какие, наверное, услуги ему оказываются и так далее. То есть это в VLR-ов их может быть несколько. В сети, и в больших сетях действительно несколько. И когда абонент переходит из одного региона сети в другой, он переключается между VLR-ами. Поэтому называется Visitor Location Register. И когда происходит роуминг, то VLR сети роуминговой, то есть той, в которой вы находитесь, он пытается подключиться к HLR вашей родной сети, чтобы найти ваш, собственно говоря, номер, подключается, ну, к HLR и AO, чтобы вас аутентифицировать. То есть вот эта вот связь VLR к HLR, она на самом деле проходит, скажем так, может пересекать границы сети. Все остальное, оно находится локально в сети оператора. Вот. Что у нас еще есть? Значит, связь с PSTN. PSTN – это аббревиатура для обычной телефонной сети проводной. Как расшифровывается? Первый – это Plain. Public Switch 5. Телефонная, как правильно. Соответственно, это просто связь вот с обычной телефонной сетью, она вот обеспечивается тоже на уровне VLR. И вот, вот эта вот пристройка, которая справа внизу, это пристройка GPRS, про которую я говорил, что она была пристроена сбоку и вообще имеет достаточно слабую связь с обычным GSM. Про нее мы сейчас разговаривать не будем, поэтому может быть. Через несколько месяцев сделаем отдельный семинар. Занимаемся сейчас разработкой GPRS для МБТС. Так, что еще здесь можно интересного рассказать? Если есть какие-то вопросы, давайте по этой схеме сразу. Или настолько непонятно, что вопросов нет. А можешь спросить? Может, да. Просто в курсе является, чтобы звучала такая вещь, как OX7, это и есть PSTN? Это SS7. Вот SS7. SS7 это латинское название OX7. Switching System. Да, Switching System 7. Сигнальный System 7.
оператор он хэширует, то есть визиторов, или он каждый раз нового визитора, то есть, допустим, если из одной соты к другой перемещаюсь, значит, он каждый раз делает аутентификацию. Я понял. Значит, собственно, такая многоуровневая система, она как раз была сделана для того, чтобы на каждом уровне, значит, немножко уменьшать нагрузку на следующий уровень. И в частности, VLR, одна из его функций, это кэширование информации из HLR. То есть, когда ты входишь в сеть первый раз, либо после большого перерыва, происходит обращение к HLR. Когда ты находишься в сети некоторое время и перемещаешься между базовыми станциями, между регионами, то происходит уже обращение к VLR, чтобы снизить нагрузку на HLR. То есть, если я, например, еду быстро на машине с одной точки пересадить на другую, то каждый раз в каждой точке у меня идет обращение к VLR, да? Тут, значит, окей, значит, скажем так, еще раз, архитектура очень иерархическая. Значит, есть SOTA, да, это вот одна базовая станция. Дальше есть BSC. BSC, он объединяет несколько базовых станций. Переключение между базовыми станциями в пределах одного BSC не выходит за пределы BSC, насколько я помню, вообще никаким образом. Это в контексте вопроса аутентификации. Ну вот еще раз объясняю. Сейчас, пока ты перемещаешься в пределах BSC, за пределы BSC вообще ничего не выходит. То есть это как бы... Как называется? То есть информация там пошивается? Да. Это хендовер. Это хендовер, да, он в пределах BSC. Когда ты выходишь за пределы BSC, тогда уже, значит, идет обращение к следующему уровню. То есть это уже хендовер между разными регионами. Хендовер, он уже обращается к MSC, наверное, к VLR. Честно говоря, не знаю, я вот эту часть. Ну, обычно если это никто не делает, но он описано. Да, на самом деле стандарт там такого размера, что, по-моему, целиком его вообще никто не реализует. Так. Можно вопрос? Да. А BSC, а какого масштаба? То есть он на BSC? Квартал, на город, на регион? Насколько я слышал, опять же, из таких устных преданий о том, что обычно это порядка десятка базовых станций. Это есть люди, которые могут сказать более точно. В одном городе, как правило, наверное, будет с пару десятков, да? На какой город? Зависит от реализации. На самом деле, действительно, в последнее время я могу сказать, что идет тенденция к интеграции всего этого вообще воедино, чтобы сеть сделать более плоской. И, соответственно, сейчас, я думаю, что вполне может оказаться, что BSC вообще на каждой базовой станции может стоять. В LTE, по-моему, уже нет BSC. В LTE, да, там LTE уже. Там уже BTS уже может между собой перейти. Да. Я говорю, что то есть, постепенно вот, идея о том, что он делает сеть более плоской, она овладевает умами, даже такими, как телекоммуникационными. Не, просто как бы глобальное отличие 2G от CDMA, там, 3G и так далее, что в GSM он только с одной вышкой общается, а в CDMA он может одновременно общаться с тремя вышками. Вот, и, собственно, хендовер мягкий получается в данном случае. В данном случае как бы не нужен просто контроль, который бы переключал это между станциями. Происходит между самими станциями. Ну, ответ вот такой. Как бы, ответ все бывает по-разному, но значит, в старых системах это как бы, может быть 10-15 такого порядка количества вышек. Вот. А в новых системах такой дальний одной вышки. У меня вопрос, да. А на каком уровне реализован роутинг между сетями двух разных операторов? А, вот я говорил про то, что есть вот этот вот SS7 Network. То есть тут на самом деле не нарисован выход наружу, но вообще это вот есть на уровне этого SS7 сети, да? Вот как, по сути он выглядит именно так же, как выход в PST. Там тоже SS7 и... Да, то есть обычно там тоже SS7 используется. Потоки E1 и вышка, там SDH может использоваться транспорт. В общем, идея такая, что вот, примерно то же самое, что PSTN, только в качестве другого PSTN может выступать сеть оператора. Да, собственно, с точки зрения вопросов шифрования и аутентификации, тут важно понимать, что
вот в этом, в классическом GSM, то есть вот этих вот трех блоках, вот, шифрование происходит исключительно на том интерфейсе, на который написано YUM. Видите, Air. То есть это интерфейс между базовой станцией и мобильным телефоном. Базовая станция выполняет функции шифрования и дешифрования, и все, что идет от базовой станции дальше в сеть оператора, уже не шифровано. То есть сеть оператора, она считается доверенной, и в ней, ну, считается, что в ней нет злоумышленников, которые что-то могут перехватить, где-то могут навредить. Соответственно, все, что вот после вот АБИС и дальше. Вопрос такой глобальный. А почему наши органы, когда случаются какие-то теракты, в таком случае отключают шифрование, если они могут слушать трафик на уровне BSC? Я думаю, ответ, потому что так проще. Так можно сниффингом слушать просто. Да, то есть, ну просто меньше внедрения. Ну просто проще, короче. У меня вопрос. Я правильно понимаю, что канал, который между BTS и BSC, он никак не защищен? В то же время. Для передачи для связи BSC с BTS могут использоваться как провода, так и воды. Я полагаю, что контакт. Это интересный вопрос, мне было бы очень интересно его исследовать. Там обычно туннели VPN. Да, но я думаю, что обычно там ставятся VPN-туннели, которые навешивают внешнее шифрование. Ну, сам протокол чистый. Да, то есть, во-первых, вот GSM, как он написан в стандарте, там нет шифрования. Но понятно, что на него всегда можно сверху вернуть шифрование канального уровня, которое еще. Нет, ну там какой протокольный? То есть там его протокол жесткий, который между BTS и BSC, он не формализован. Нет, жесткий, еще раз. Он формализован, начиная там, по-моему, с L2. Uh-huh. Вот. Соответственно, будет там Ethernet, будет там Wi-Fi, я не знаю, там, что там еще. Что угодно. Что угодно, там, какой-то там point-to-point радиорелейка. Ну, это, в общем, понятно. В стандарте этого нету, и ты можешь использовать что угодно. Радиорелейка, она может просто на уровне канально. То есть на самом низком уровне она может вводить шифрование, которое просто, не понимая, что сверху, шифрует вообще сплошной поток. Не знаю, по крайней мере, у военных такие штуки есть, я думаю, что у операторов тоже. А коррекция ошибок, она происходит? Ну, то есть, На уровне BTS. То есть там используется то, что я говорю, канальное кодирование. Вот это как раз канальное кодирование, оно... А нет, а между BTS и BSC, а если там, допустим, у нас радиорелейная связь, то уровень, то есть там был, ну, как бы уже уровень ниже, да? Да, тогда такой вопрос. Mm-hmm. А там есть протокол, который управляет каналом? Еще раз. LLC, ну, например, как если брать аналог из Wi-Fi, к которому точнее соображение много, там есть как бы специальный набор, так сказать, пакетов протоколов, которые управляют именно с каналом связи. Я понимаю так, что если мы заворачиваем вот все это как бы в шифровании какие-то протоколы другие будут уже сами данные, вот, то мы уже каналом управлять вряд ли сможем без особо сложных проблем. Еще раз, тут смотри, значит, какой, что у тебя используется на вот этом, в этом канале, что у тебя используется на нижнем уровне, неважно, то есть как в Ethernet. Ты же не задумываешься о том, что в Ethernet на самом деле осуществляется контроль ошибок, коррекция ошибок, то есть на уровне вообще передачи там, совсем битов по проводу. То же самое делается в радиорелейке. То есть с точки зрения BTS и BSC нет разницы, соединенного куском провода или куском... Куском воздуха, да. Вот, то есть, я в том смысле говорю, что, например, Wi-Fi, в котором вот, шифруются только данные, то есть капсулированные, за счет того, что в открытом виде передаются всякие управляющие вот, пакеты, вот, можно с него проводить целый широкий спектр разных атак. Да. Вот, то есть в этом случае мы имеем примерно то же самое. В общем, давай потом отдельно поговорим, давай, как бы это. Да, немножко. Такой вопрос по поводу передачи повторной. То есть если у нас ошибка все-таки произошла между BTS и BSC, и, допустим, пакет стал бит, а если тем более там шифрование, то как бы, то есть там пакет сразу не расшифровывается и все, он как бы зарубается. Нет, там, по-моему, используется радиорелей, который с гарантированным. С гарантированной доставкой. То есть они на уровне радиорелейки проверяют достоверность передачи данных. Если не достоверно, то. Вот.
какая вещь. А, да, значит, в GPRS, который был, значит, сколько он лет через 5 или через 10 после. Лет через 10 после основного GSM разрабатывался, в нем уже, значит, поступили умнее, в нем шифрование используется сквозное между телефоном и SGSN. Тут первая большая коробка в сети GPRS SGSN. Собственно говоря, вещь, которая разберет данные не между SGSN и телефоном, по сути, прокинут point-to-point тоннель. И весь этот тоннель зашифрован. То есть там как раз вот как в Wi-Fi не зашифрованы все управляющие сообщения, но все данные зашифрованы, ну, на уровне данных, по сути говоря, используется такое сквозное шифрование. Уже SGSN их расшифровывает и передает в интернет дальше. Тут есть немножко другая архитектура. Да? Все? Можно еще? Всем вопросы. Да. Так, чуть-чуть будем забегать вперед. Да. Если мы рассматриваем все эти третьи, четвертые поколения, они просто будут вот так прям снизу, отдельно, никак не там тоже не совсем так, но в общем. А. Там сейчас все, весь смысл, что текущие реализованы все эти четвертые поколения, их чистых нету, поэтому они, когда сидят на дате, по приходе звонка, по дате сбрасывает телефон, чтобы он перешел в GSM, он принимает звонок и потом обратно переключается в дату. Да. То есть, например, когда у тебя на телефоне написано 3G, ты не знаешь, что звонишь по 3G, данные передаются по 3G, а звонишь ты как бы по GSM, а ты звонишь по GSM. И опять же, когда вот люди говорят, что GSM скоро умрет, потому что пришел 3G и 4G, есть огромное количество модемов, которые стоят на разных устройствах, которые еще лет 20 будут и жить, и их не перебирают. Хорошо, если не работает с точки зрения батареек и всего остального, что ну, то есть LTE, скажем так, техническая возможность есть, и это задумано так, но сейчас же нет. 3G, 4G используется GTP, GPRS транспорт протокол, который туда инкорпорирован, и поэтому там это все долго-долго будет жить. Там же простая сеть. Так, давайте, значит, дальше двигаться. Ну, я, в принципе, я с тобой не вижу, если какая-то... Ну, вот это голоса уже нету. Там сим-протокол уже идет. Так, значит, немножко про частоты. Дальше сейчас пойдем уже вниз. Это вот классическая таблица, которая приведена в Википедии. В ней огромная куча разных частот. Ну, значит, то есть можно видеть, что в стандарте прописано использование GSM, начиная от там, 380 МГц, заканчивая 1900 МГц, то есть почти 2 ГГц. Здесь можно видеть также, что uplink и downlink у нас используют разные частоты, я расскажу, что это такое. И соответствие условных номеров каналов реальным частотам. Значит, реально в мире используются в основном вот эти четыре, скажем так, по-русски сказать, бренд. Диапазона. Прошу прощения за косноязычность русскую. Так, ну, значит, в России это 900 и 1800, в Америке и прилежащих странах это 850 и 1900, а вообще бывают страны, в которых все четыре используются. То есть есть много колониальных стран, в которых продают все старейшее оборудование. Да, так оно и есть. Там действительно используют все частоты, какие можно, такие и используются. Так, а все современные телефоны, они совсем могут работать? Ну, не все, но большинство телефонов... Три из четырех, как правило, почти все поддерживают. Да. Ну вот, да, в принципе, много quad-band телефонов, то есть с четырьмя диапазонами, которые работают в любом случае. Ну, вот иногда есть... искусственное ограничение делают, что работает, скажем, с двумя частотами, чтобы телефоны какие-то контрактные, скажем, в другую страну не привозили, это очень популярно. Я не уверен, что это популярно, потому что в таком случае роуминг тоже пропадает.
А, нет, там смысл, что физически он просто не умеет работать с другими. Нет, я понимаю, но это означает, что человек... Да, человек в основном для американского рынка множко. Поэтому телефон. Ну, может быть. Значит, есть еще там такая штука, как RGSM, это специально для этих самых, для Railways, как ее, Railways, железной дороги. Железная дорога была сделана модификация, потому что в поездах много всякого симметрического оборудования, которое, значит, нужно контролировать, снимать показания. Основная разница. Хендовер до 300 ватт сейчас. Там антенна, они вдоль как бы стоят. То есть есть еще такая штука. А вот всякие вращения типа GSM-450, они были прописаны в стандарте, и когда это стандартизовали, то была идея, что вот в этом диапазоне там хорошее распространение, что это будет популярно в разных, значит, странах, где много территорий. Но реально, я уж не знаю почему, но оборудования просто нету для этого диапазона. То есть в Википедии написано, что ходят слухи, что где-то там, то ли в Нигерии, то ли еще где-то есть одна такая сеть, но это, ну, слухи. Значит, да, еще комментарии, просто может быть полезно. EGSM 900 отличается от GSM 900 тем, что к нему снизу приделали еще сколько там, 10 или 20 МГц, не помню. Расширено, что ли? На 10, чуть-чуть 10 МГц. Просто берется GSM 900, стандартный GSM 900, где он здесь есть? PGSM. Да, PGSM 900, вот он. И видите, EGSM 900 отличается от него тем, что нижняя граница на 10 МГц. Меньше. Это было стандартизовано позже, просто когда уже GSM был стандартизован, и тут, значит, выяснилось, что во многих странах этот диапазон тоже свободный. И его включили в стандарт, в частности, у нас, по-моему, как раз Мегафон первые что-то получил я GSM, я не ошибаюсь. Сейчас сложно сказать. История так глубоко никто не помнит. Есть люди, которые помнят, но не здесь. Соответственно, для многих молодых операторов где-то вот в начале 2000-х годов это была вот та самая возможность получить частоты в занятых странах, счастливые 10 МГц, на которых они появились. До сих пор в многих странах EGSM намного менее занят, чем стандартный GSM 900. Так, дальше что у нас идет? Дальше у нас принципы разделения каналов. GSM – это, как многие могут просчитать, сеть с временным разделением каналов, это TDMA называемый. Но у него, на самом деле, сеть как бы смешанная, то есть каналы сначала разделяются по частотам, а потом уже разделяются по времени. Соответственно, вот там был приведен этот диапазон частотный, там, каждый из них там как минимум 20 или 30 МГц. Вот эти все МГц нарезаются на полоски по 200 кГц, то есть по 5 полосок в 1 МГц. И каждой базовой станции выдается такая вот полоса. Одна или несколько, если базовая станция многоканальная. Соответственно, вот здесь вот можно видеть, что вот есть некий спектр, и в нем вот есть пики, это, значит, вот в каком-то одном месте сняли показания, по сути говоря, со спектроанализатора, вот и видно, что вот есть пики, это места, в которых работают базовые станции, то есть есть какие-то активные каналы передачи данных, вот, неважно, данных, вот, активные каналы. Вот, ну, над каждым из них написан номер. Это то, что называется RFCN. Absolute Radio Frequency Channel Number. Тоже еще одна аббревиатура. Сколько запоминать не обязательно. Но саму аббревиатуру обязательно надо знать, если вы хотите работать с GSM, потому что, опять же, она будет встречаться везде, всегда. И обязательно к запоминанию. Что еще важно понимать, то что, несмотря на то, что выделены каналы по 200 кГц, реальная ширина сигнала это, по-моему, около 280 кГц. Соответственно,
две рядом стоящих базовых станции, одна базовая станция не может занимать подряд каждый RFCN. То есть если выделяются на базовую станцию несколько частот, несколько RFCN, они обязательно должны идти хотя бы через один. То есть, например, там 25, 27, 29, 31. То есть не может быть такого, что на одной базовой станции выделено подряд 25, 26, 27, 28, 29, потому что соседние каналы будут друг с другом интерферировать. И в принципе, насколько я понимаю, стараются даже соседние соты тоже развести, хотя ну, это уже бывает сложнее. И поэтому сейчас возникает вопрос, в частности, по поводу использования OpenBTS, а как нам посчитать, сколько максимальное количество каналов может там уложиться, например, в 5 МГц. Люди берут 5 МГц, делят на, умножают на 5, потому что 5 каналов в МГц, и значит получают некоторое значение, 25. Да? То есть на самом деле, если мы говорим про одну базовую станцию, нужно понимать, что реально вокруг каждого канала обязательно должна быть пустая полоса. И поэтому между операторами, оператору обычно выделяется непрерывный диапазон частот, потом следующему оператору. Между полосами частот двух операторов всегда есть называемый dark-band, просто пустое пространство, в котором никто не вещает, как раз потому что интерференция. У нас такой вопрос, если да. Спектр так плотно разделен. А куда же влазит OpenBTS? Это отдельный разговор. Знаете, вот буквально открытие сегодняшнего дня. Общаюсь с человеком, который занимается инсталляцией разного радиооборудования в слаборазвитых регионах и работает с туземным населением. То есть такое понятие международное, туземное население. Так вот, оказывается, международными договоренностями, там, ООН и прочими соглашениями, туземному населению разрешено использовать любые средства связи, которые оно хочет. Которые оно может. Которое оно может, да. Скажем так. Мегафон ручной, да? Да. Громко говоришь. Вот, поэтому он говорит, что ну вот, я вот живу в Мексике, у нас тут 50 community radio stations, то есть это FM радиостанции, просто собирают несколько людей, купают оборудование, поднимают антенну и начинают вещать. Из них только 5 имеют лицензии, остальным пофигу. Это вот к слову. Но есть много мест, где даже без таких вот особенностей вполне реально получить частоты. Это очевидно где-то в большом городе. В Москве, я думаю, никому не дадут. Это всем понятно. В Петербурге тоже. Когда я помню, в 2009 году в центре Питера работал OpenBTS весьма успешно. В маленьких масштабах, да. Значит, тем не менее, даже в развитых странах, там, в Штатах очень много территорий, где покрытие GSM либо отсутствует вообще, либо имеет очень такой эпизодический характер, кто работал с тем. Кто был там и пытался с T-Mobile общаться, понимает, о чем я говорю. Я, опять же, разговаривал с человеком из Канады, который говорит, что да, я вот тут живу в Канаде, у нас тут городок 20 тысяч человек и нет мобильного покрытия. Я, говорит, тут договорился с частотным оператором, он мне за 500 баксов в год выдает лицензию, пожалуйста, поднимай вышку, обеспечивай людям связь. Канада. В России за 30 километров нет сотовой связи, не везде она нужна. То есть вопрос на самом деле вполне решаемый в очень многих частях света. Дальше. Я говорю про то, что каналы разделяются по частоте. Идет разделение каналов, то, что называется каналы вверх и вниз, uplink, downlink. Значит, есть такое разделение. Те каналы, которые идут от вышки к телефону, называются канал вниз, downlink. Чисто наглядно называют. Соответственно,
каналы, которые идут от телефона к вышке, называются uplink, каналы вверх. И в GSM эти каналы еще разнесены по частоте. Поэтому, когда смотрели на сетку частот, выделенную под GSM, там было две два столбца, uplink, downlink. Вот это вот разные частотные полосы, которые выделены для каналов вверх и вниз. Это сделано, опять же, для упрощения, потому что так просто проще разделить сигналы вверх и вниз, проще оборудование, по крайней мере, в те времена, когда это создавалось, было проще. Сейчас, по-моему, это уже не совсем так, но тогда было точно проще. И в связи с этим как раз часто возникает вопрос, а можно ли нам сделать одноранговую GSM-сеть peer-to-peer, чтобы телефоны общались между собой? Или базовые станции общались между собой? Ответ во многих случаях нет. Потому что uplink, downlink разделены по частоте. Соответственно, те частоты, на которых базовая станция слушает, отличаются от тех частот, на которых она передает. Поэтому две базовые станции не могут говорить с собой, потому что они одна слушает на одной частоте, они слушают примерно на одной частоте и говорят на другой частоте. А надо, чтобы они были как бы перевернуты, да, чтобы одна говорила на той частоте, на которой другая слушает. В принципе, такие системы есть. Есть американская компания, которая продает системы, которые вот, имеют второй перевернутый передатчик. Но надо понимать, что это надо ставить второй передатчик, то есть второе оборудование, а просто так это не делается. Сейчас много очень мобильных телефонов, которые идут с двумя бейсбендами, с двумя наборами антенн. Нет, тут не в телефоне дело, а в вышке. Да, то есть в данный момент шел разговор про вышку, про телефон. Я хотел еще сказать, что на самом деле во многих телефонах, да, идея в чем? Потому что на вышке ставится такая штука, как дуплексор. Дуплексор — это радиооборудование, которое фильтр, по сути говоря, которое вот как раз uplink от downlink разделяет. То есть у него входит антенна, а выходит два провода. В одном uplink, в другом downlink. В телефонах такой штуки не стоит, по крайней мере, современно. То есть есть старые телефоны, когда открываешь, а там дуплексор. Передатчики 40 ватт, а в приемнике там 10 микроватт. Еще бывает. Получается, что делать? Поэтому в телефоне там немножко другая ситуация. В современных телефонах нет дуплексора, и переключение между uplink и downlink, оно просто постоянно вот так вот происходит. То есть телефон все время переключается с одной частоты на другую. Раз. И поэтому телефон как раз, в общем-то, может. Многие телефоны могут говорить и слушать на одной и той же частоте. Да. А вот функция по штуковке, да, это не она? Нет, то есть... это другая вещь совершенно. Ну, то есть она просто передает, как я понимаю, я, честно говоря, не разбирался, но... Смутно маркетинговое название. Каждый вендорчик хочет у нее. Нет, она через базовую станцию работает все равно. То есть, да, суть в том, что надо работать через базовую станцию. Что там сильно вендор заложил, как он там работает, неизвестно. Вот, значит, здесь вот как раз написаны частоты, которые для GSM 900 самые популярные в наших краях диапазон. Так, дальше у нас идет, собственно говоря, тот самый TDMA. TDMA — это Time Division Multiple Access. То есть, переводя на русский язык, множественный доступ с разделением времени. Значит, идея в том, что вот у нас есть один частотный канал. Да? Мы его берем и дальше нарезаем на то, что называется тайм-слот. Так, по-русски я, честно, даже вообще не знаю, как это переводится. Тайм-слот. Так и переводится. Тайм-слот. Временной слот. И уже эти тайм-слоты используются для дополнительного уплотнения данных. То есть в аналоговых сетях было как, что один частотный канал, один разговор. Все. Это очень неэффективно. В
цифровых сетях один частотный канал может нести много разговоров. Вот конкретно в GSM максимум 8, потому что там 8 тайм-слотов. Так оно устроено, что делается 8 тайм-слотов. Здесь эта картинка. Вот, эта картинка. Вот 8 тайм-слотов, 4,6 миллисекунды в сумме. Вот это они повторяются. То есть 0,1,2,3,4,5,6,7, 0,1,2,3,4,5,6,7, 0,1,2,3,4,5,6,7, значит, так до бесконечности. И вот если вот совсем грубо говорить, то на каждом тайм-слоте может находиться один разговор. В реальности это не совсем так, но для первого приближения, в общем, сойдет. Дальше. Каждый тайм-слот, давайте пойдем немножко вверх, хорошо, значит, вот эти вот 8 тайм-слотов, они после этого объединяются в такую более крупную структуру, которая называется мультифреймом, в которой как раз происходит уже разделение между каналами управления и каналами данных. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, как это происходит, но суть такова, что их объединяют в мультифрейм, и после этого говорят, что, допустим, там в третьем фрейме мультифрейма мы передаем управление, в остальных передаем данные. Вот так, совсем на пальцах. Соответственно, телефон это знает, и вот он слушает, что ага, пришло время третьего фрейма, значит, мой таймслот номер 3 тоже, значит, он включает свой приемник и слушает, что ему говорят. После этого уходит спящий режим, если ему ничего не сказали. Если ему сказали, что алло, мы тебя ищем, то, значит, он начинает дальше какую-то активность уже, отвечает на это там, в заданном, опять же, таймслоте и так далее. Важный термин, который надо запомнить, который меня первый раз вводил полный ступор, это пейджинг. По-русски пейджинг, наверное, так и есть пейджинг. Это пейджингом называется вызов абонента сетью. То есть, когда со стороны сети устанавливается соединение, например, телефонный звонок происходит, то сеть начинает искать абонента. Этот процесс называется процессом пейджинга, и он выглядит следующим образом. Помните, у нас, значит, были базовые станции, они были объединены в BSC в location area, то есть в зоны коммутационные, и дальше, значит, в более крупные регионы. Соответственно, сеть спрашивает сверху, где этот абонент находится. Ему говорят, что там в зоне такой-то находится, значит, MSC, к которому он сейчас приписан, VLAN. Дальше VLAN спрашивает, где абонент? Он говорит, последний раз его слышали в BSC вот той-то вот. VLAN говорит, какая BSC? Это обращение к BSC. На какой базовой станции ты последний раз этого абонента видел? И после этого базовая станция посылает специальный запрос, пейджинг запрос, который пытается этого абонента, значит, уже достать. В принципе, значит, если пейджинг не проходит, то посылается запрос по более широкой зоне. То есть уже по уровню BSC. Но если там не проходит, значит, еще более широкий запрос. Это уже уровень конфигурирования. Запросы они шифруются, не шифруются? Нет. Запрос не шифрованный. Ну, что в колонках обычно будет, это и есть. Да. Или наоборот, то, что в колонках это не пейджинг, это наоборот рах обычно. Запрос доступа от мобильной станции к сети. Он тоже шифруется. Он тоже шифруется. Он принципиально не может шифроваться, потому что в этот момент еще неизвестно вообще, кто это. И неизвестно, соответственно, ключи шифрования. Вот. Но там используется такая архитектура, когда первоначальный запрос он происходит по
первоначальный запрос передает случайный номер. Соответственно, потом случайный номер передается обратно. На этом так устанавливается первичное соединение. А потом уже вот этому установленному соединению происходит уже дальнейшая аутентификация. То есть в этот момент ничего не передается. Да, собственно, в пейджинг он может происходить по вот этому MC-коду, который я говорил, это код уникальный для каждого, для каждой симки, для каждого абонента. А может происходить по так называемому TMC. TMC это Temporary Mobile Subscriber Identifier. Соответственно, опять же, в целях повышения анонимности использования сети каждому абоненту в каждый момент времени присваиваются вот эти вот TMCI, которые выделяются там псевдослучайным образом. Поэтому, если ты слушаешь пейджинг, то обычно ты видишь только TMCI. Процесс вот этого передачи TMCI мобильному телефону, он, насколько я помню, происходит уже в фазе зашифрованного соединения, поэтому ты в общем случае не знаешь, какой TMCI выделили конкретному телефону, соответственно, ты не можешь сопоставить TMCI и какого-то подписчика. Таким образом обеспечивается вот это наличие. А как часто меняется время? В зависимости от конфигурации сети. Ну, обычно. Ну, правда, то есть там по-разному, да. Часа два, наверное. То есть там идея в том, что он... Ну, от часа до пяти обычно. Ну да, то есть где-то вот в таких пределах. Плюс, когда ты перемещаешься между разными роутингами, локейшн эриями, между разными BSC, там тоже часто происходит выделение одного. То есть если я прихожу с одной сотой в другую... Нет, между сотами одного BSC, там обычно ничего если не происходит. Другой, то меняется. Ну, иногда меняется. То есть, опять, это все вот очень сильно конфигурируемо и очень сильно зависит от конкретной сети. И при перемещении в новую BSC идет заново процесс идентификации? Не знаю, сейчас надо смотреть. Просто не помню. Интересно, что когда люди смотрели реальные сети, выяснялось, что на самом деле вот пейджинг по MC происходит достаточно часто. Примерно в 30% случаев. Я помню, Харальд в презентации называл, или Гитер, называли цифру 30%. Почему? Потому что в сетях больших операторов вот это вот соответствие MC TMC, сейчас я не помню, где оно хранится, наверное, в VLAN. Не помню. Это железка с ограниченным объемом памяти, и у больших операторов этот объем памяти очень быстро заполняется, и поэтому те телефоны, которые там находятся дольше там, небольшого времени, их TMC стираются, и сети приходится уже производить пейджинг по MC-коду. То есть просто сеть забывает, не может все это помнить и забывает эти временные идентификаторы. Еще раз повторить, зачем этот TMC используется? TMC используется для повышения анонимности. Даже или EMC вот именно в этом месте. Так, еще раз вопрос. Зачем EMC в этом месте используется еще раз? Значит, если сеть не помнит, какой TMC она сказала, она назначила мобильнику. Она ее даже в отрыве от TMC, то есть именно вот в этом поиске абонента, зачем? Это идентификатор абонента, то есть как абонент узнает, что именно его вызывает? Нет, я так понял, что вот этот TMC, он шифруется, так, или выходится в открытом? Нет, это все в открытом. А EMC тоже в открытом? EMC в открытом. Я говорил про шифрование, говорил про то, что TMC назначается абоненту уже после того, как произошло первичное соединение с сетью. Уже включилось шифрование, в этот момент сеть говорит, что а теперь я буду обращаться к тебе по вот этому TMC. И начиная с этого момента, пока сеть не забудет TMC, или пока не выйдет тайм-аут заданный, все общение будет происходить хорошо по TMC. А вопрос такой, да. А если на запросах видится сразу несколько моментов? Там есть процедура разрешения коллизии. Нет, ну я имею в виду, что если я наловил этих TMC, вот, и, например, кто-то меня ищет, вот, абоненту, которых я наловил, и я начинаю отвечать первым, то вызов падает на мое устройство.
Потому что потом там процедура шифрования идет, которая четко определяет, он не он. То есть как первичная процедура, как первичная процедура вызова не шифруется, но дальше что включается шифрование, поэтому. В любом случае сорвать вызов можно. Не знаю, надо смотреть. То есть, честно говоря, надо смотреть. То есть устройство должно отвечать всегда на свой EMC и на TMC, который мы назначим. Да. Читайте спецификации, смотрите. Я знаю, что там есть методы DOS сети, которые разработаны газдитером. Они как раз основаны на каких-то вот аналогичных техниках. Я просто, честно, да, не разбирался. $5 предлагают устройство намного проще, которое просто весь спектр ложит, ничего не работает. Нет, ну что по вас генератор, это понятно. А вот тут слишком палим. Нет. Потому что генератор работает локально, а DOS-атака, она как бы просто кладет вообще там. Шумилка BSA кладет. Она кладет BSA, и там в квартале вообще ничего не работает. И найти потом, да, проблемы, товарищи. Вот. Так что да, есть как бы определенные проблемы с безопасностью в GSM. Некоторые из них уже раскопаны, некоторые еще ждут свои идеи. Проще атаковать. И чего? Ну это отдельный разговор, этим тоже ребята занимаются. Это смотрите, работа Карстена Нова. Но HLR это надо уже задумывать. Ну, да. Там, в общем, есть поле для деятельности, для людей, интересующих безопасностью. Еще много интересных вещей. Так, значит, если мы дальше идем прям так вниз, то есть смотрим на таймслот. Вот у нас есть таймслот, так как он устроен? Это некий промежуток времени, в который производится передача какого-то сигнала. Если у нас производится передача данных в этом таймслоте, под данными есть уже подразумевается что угодно, это может быть речь, сигнализация, ну сигнализация в смысле управляющие какие-то данные и так далее, неважно. То используется то, что называется normal burst. Нормальная пачка. По-русски это так называется. Она состоит. У нее две главных ее части, то, что здесь называется data, в ней, собственно говоря, передаются данные. В середине красном это то, что называется mid-umble, середина, umble, не знаю, preamble, post-umble, mid-umble, середине, preamble, в начале. Заполнение какое-то. А? Заполнение просто. Ну да, заполнение. В mid-umble передается последовательность специального вида, которая позволяет оборудованию точно синхронизировать местоположение, точно синхронизировать, скажем так, прием вот этого бёрста, то есть точно найти его местоположение, определить, что здесь действительно есть какой-то бёрст, и подстроить то, что называется выравнивание канала, то есть у нас воздух, это вообще, в принципе, радиоволны распространяются в среде не всегда равномерно, и нужно вот эту неравномерность, неидеальность среды, ее нужно исправлять. Это делается благодаря mid-umble, так как и базовая станция, и телефон знают структуру mid-umble, она задана, она фиксирована, то например, когда базовая станция получает бёрст, она смотрит, ага, здесь, значит, у нас немножко не то получилось, мы поменяем, если объяснять на пальцах, и получим, ну, и компенсируем те неточности среды, которые у нас есть. Слева, справа зелененькие штучки, это то, что называется tail. Они, по-моему, то ли единицами заполняются, то ли нулями, честно говоря, не помню, и используются для того, чтобы формировать бёрст во временном измерении. То есть передатчику нужно некоторое время, чтобы набрать мощность в начале бёрста, и в конце некоторое время, чтобы сбросить мощность до нуля. В это время оно как раз и занимается тейлом. Между битами данных и mid-umble находятся два бита, которые называются stealing bits, steal, красть. Эти два бита используются на более высоких уровнях протокола
и стандартных применения они говорят о том, это... Хорошо, давайте так. У нас есть передача, идет передача голоса, в этот момент нам нужно передать смс-ку. То есть вот идет разговор, мы начинаем передать какую-то смс-ку. Либо в сети нужно сказать, что сбрасывай звонок, все, закончилось. Для этого используется такая процедура, как кража бёрстов. То есть те бёрсты, которые в принципе выделены под речь, в них на самом деле передается управляющая информация. И вот эти стилинг битс, они как раз говорят, что в этих бёрстах сейчас будет передаваться управляющая информация, а не информация с данными, которые здесь должна была передаваться. Отсюда это название стилинг битс. Так. Гард интервал в конце нужен для того, чтобы компенсировать временную задержку, разброс временных задержек между мобильной станцией и базовой станцией. Скорость света у нас не бесконечна, поэтому когда распространяется в среде, она еще медленнее. Поэтому те телефоны, которые находятся близко к базовой станции, сигнал от них приходит немного быстрее, чем от телефонов, которые находятся 30 километров. Для того, чтобы компенсировать вот эту разницу, во-первых, используется такое понятие, как time advance, то есть упреждение по времени. То есть каждый телефон знает, что я нахожусь там, примерно на... Там, наверное, в 5 километрах от базовой станции. Соответственно, я должен на некоторое фиксированное значение послать сигнал раньше, чем я должен был бы послать, если бы я находился там в 3 метрах от базовой станции. Тогда на базовую станцию сигналы приходят одновременно. В общем, да, выровнены по этим таймслотам. Если телефон посылает сигнал не вовремя, то он накладывает свой таймслот либо на следующий, либо на предыдущий. И это, естественно, нехорошо, потому что затираются данные. Вот. Чтобы компенсировать, так как этот time advance, он имеет некоторую достаточно большую гранулярность, примерно 1 километр, то чтобы обеспечить возможность перемещения абонента внутри этого километра спокойно, используется гард-период, который как раз защищает бёрсты от наложения друг на друга внутри этого километра. Грубо говоря, вот такая система. Но по уровню сигнала это удаление? Нет, это не по уровню сигнала, он именно по... Я сейчас расскажу чуть дальше про это. Кстати, вот именно с этим связано ограничение по дальности работы базовой станции. Часто спрашивают, какая максимальная дальность работы базовой станции? Классический GSM отвечает точно 35 километров, потому что под Time Advance выделено в стандарте, я же не помню сколько там бит, но в общем максимальное значение Time Advance таково, что дальше 35 километров уже базовая станция просто не может говорить телефону, что сдвинь еще немножко дальше свою передачу, и передача начинает наползать на предыдущий таймслот, и возникает, соответственно, помехи, и все, связь перестает быть возможным. Некоторые вендоры используют интересный трюк, они передают не каждый таймслот, а через один. Соответственно, возникает много пространства, внутри которого можно двигаться, и дальность связи может увеличиваться до 120 километров. Соответственно, за счет того, что в два раза меньше емкость сети данной базовой станции. Ну это, например, вот Huawei хвалился, что они такую базовую станцию поставили там на берегу в Китае. Вот, и, значит, рыбаки в море за 120 километров могут звонить на берег. Было такое. А разве МС не должен поддерживать? Что? Ну, мобильный разве не должен поддерживать? Нет, его это как бы мало крышит. Ну, то есть, скажем так, я знаю, что такие системы работают.
думаю, что там все. То есть и мощности хватает никакие. Ну там вкачивают. Над морем, да. Над морем хватает, там нормально нет. Там уже нет ничего. Поверхность. Ставят высоко на гору над морем, то есть как маяк. Вход на плавание. Там? Абонентов там просто немного. Ну тоже, да. То есть Китае много абонентов. Даже в море. Это вот так сидел. Недавно тоже интересно было, в ПБТС на IRC появился там товарищ, который интересовался этим вопросом, на что ему еще один товарищ сказал. Да, говорит, мы, говорит, наблюдаем эту проблему, мы, значит, передаем сигнал GSM по кабельным сетям и, говорит, чувствуем, что сеть дальше 35 километров сигнал передает. Они там какие-то антенны, они делают антенные системы для подземки, для как раз для этих самых. Да, то есть GSM для железнодорожников. Mm-hmm. Вот, если кладут антенну длинную вдоль пути. И получается, что все равно дальше, до 30 километров, уже невозможно установить соединение, просто потому что тут ограничение самого этого TDM способа соединения. А там уж что сигнал в меди идет, что в воздухе, быстрее скорости света, все равно никак. Собственно, разные виды верстов. Их не так много. А то, о чем мы говорили, это burst, normal burst для передачи данных. Дальше то, что называется access burst. Он имеет специальную хитрую структуру. Видите, у него данные передаются в самом начале, а в конце много-много guard битов, в которых данные не передаются. В конце такой штука, это гардбита. Это сделано как раз для того, чтобы телефон на любом удалении от базовой станции мог послать access burst, еще не зная, насколько далеко от базовой станции он находится. То есть этот burst, он короткий и вот имеет много пространства впереди. Поэтому телефон посылает, так как он считает нужным, с нулевым упреждением. После этого базовая станция определяет, что ага, access burst пришел с задержкой вот там столько-то символов, соответственно, и говорит об этом телефону. И начиная с этого момента телефон сдвигает свои передачи на нужное количество символов и таким образом выравнивает себя относительно остальных абонентов. Кто спрашивал по поводу того, как выясняется? Нет, не по мощности, потому что мощность передатчика неизвестна. Плюс есть много факторов, которые, в общем, влияют на мощность. Стены и так далее. То есть для этого есть. А ну и дальше, опять же, Midumble, как я говорил, что Midumble используется для того, чтобы выровнять, точно подстроить приемник под конкретную передачу. То есть, когда идет разговор, базовая станция непрерывно мониторит вот этот мидамбл и смещение. Как только она видит, что таймслот сместился больше, чем на один символ, или приближается к одному символу GSM, она передает телефону команду о том, что давай, смещайся. И он подстраивается и опять входит в норму. То есть это во время активного соединения это такой замкнутый цикл возникает. Такой подстройки, которая удерживает его в рамках. То, что называется Synchronization Burst, это на самом деле самый обычный burst данных, немножко расширенный, с немножко расширенным мидамблом. Так, наверное, проще начать рассказывать с синхронизации частоты. Как происходит вообще поиск базовых станций телефона? Ты включаешь телефон. Телефон ничего не знает о том, что происходит снаружи. Что он делает первым делом? Он начинает сканировать те диапазоны, на которые он настроен. Просто тупо вот сканирует, перебирать один за одним каждую частоту. И ждать, он встает на некоторую частоту, некоторое время ждет.
Ждет он до тех пор, пока не получит чистый синус. Вот этот Synchronization Burst, он устроен таким образом, что после модуляции он выглядит как кусок чистой синусоиды. Соответственно, телефон ждет, пока не услышит чистый синус, после этого говорит, ага, наверное, я услышал вот то, что называется FCCH, Frequency Correction Channel. Frequency Correction Channel. Наверное, я услышал FCCH. Он использует эту частоту синуса для того, чтобы скорректировать как раз фабчик свой, то есть для того, чтобы скорректировать собственную частоту передатчика. Потому что в телефоне очень дешевый стоит опорный генератор с большим уходом, и перед тем, как начать передачу, он обязан свой генератор, то, что называется залочь, по-русски подстроить, да, в общем, по-английски lock to, соответственно, захватить частоту, вот, правильно, захватить частоту, и, то есть, синхронизировать свою частоту с частотой базовой станции. Значит, после того, как он это делает, он слушает следующий бёрст. Следующий бёрст после передачи вот этого, после бёрста синхронизации частоты, это бёрст синхронизации логического времени. В нем как раз используется расширенный мидамбл, чтобы телефону было проще его найти, чтобы повысить шансы телефона его вычленить даже в плохих ситуациях, если он не точно построил частоту свою. Ну, там много всяких разных есть возможностей для того, чтобы что-то кушать прием. И чтобы их нивелировать, используется этот самый длинный мидамбл. Значит, телефон нашел FCCH, он предполагает, что нашел FCCH. Он пытается декодировать следующий бёрст. Если он понимает, что ему удалось его декодировать, то есть он нашел там, успешно нашел мидамбл, он достал то небольшое количество битов, которые там есть, и смог их успешно декодировать, он понимает, что ага, это базовая станция. После этого он уже начинает слушать широковещательные каналы, которые значит, базовая станция регулярно вниз передает, в которых она говорит, что я базовая станция такая-то, сети такой-то, с параметрами такими-то. После этого он запоминает и переходит к следующей частоте. И так он значит, делает, пока не просканирует все частоты. После этого он выбирает базовую станцию, разрешенную ему базовую станцию, потому что на сим-карте прописано, какой значит, сети он находит, к какой сети он приписан, к каким сетям он не может подключиться, находит базовую станцию, к которой он в принципе может подключиться, находит из этого списка базовую станцию с максимальной энергией, с максимальной мощностью и пытается к ней подключиться. То есть, вот этот поиск, когда мы включаем телефон, на самом деле достаточно длинный. Когда мы включаем, либо приезжаем, мы выключили телефон, приезжаем очень далеко, где все по-другому, включаем телефон, телефон может несколько минут искать сеть. Что он делает? Он занимается, собственно говоря, сбором информации о том, где он оказался, что вокруг происходит и так далее. Почему происходит поиск быстро, когда ты выключаешь телефон ненадолго? Просто потому что а телефон запоминает у себя во флеш-памяти о том, что последний раз я слышал базовую станцию на такой-то частоте. И когда ты включаешь его, или в таком-то диапазоне, когда ты его включаешь, он сразу вспоминает, ага, дай-ка я попробую, значит, туда же ломануться. И ну, если ты находишься все там же, то, скорее всего, это удастся. Поэтому происходит быстро. Вот. Но в общем случае поиск достаточно продолжительный. Ну, вопрос. Да. А есть такая полулегенда на тему того, что некоторые телефоны даже в выключенном состоянии продолжают общаться с базовой станцией. Как раз слышал техническое обоснование, что они могут делать в некоторых случаях для решения этих проблем. Потому что при включении сразу быстро, короче, подключаться к базовой станции. Ну, я не, не,
честно говоря, не знаю. Нет, ну есть же закон сохранения энергии, даже и увеличения. Вытащили аккумулятор, он сразу... Ну это понятно. Я имею в виду как бы новые телефоны, которые с встроенным аккумулятором. Не знаю. Там все настолько заморочено на энергопотребление, что никто не будет этим заниматься. Да, я думаю, что всегда там есть специальный телефон, в общем, честно говоря, я не могу ничего сказать по этому поводу. Это не та проблема, ради которой бы стоило разработчикам так и заморачиваться, мне кажется. На самом деле, я могу придумать проблему, ради которой это могли сделать. Например, это могли сделать ради... Могли бы такое сделать ради того, чтобы... В случае чрезвычайной ситуации обнаружили людей под завалами. Очень популярная тема, когда, особенно после 11 сентября, когда в Штатах много людей завалило башнями, и была большая проблема, чтобы искать живых людей под этим завалом. Как это делать? Искали, в частности, по сигналу мобильного телефона. Может, факт, что человек жив. А? Не факт, что человек жив. Ну, тем не менее, это упрощается. Значит, можно потерянный мобильник искать. Ну да. Тем не менее, это сильно упрощается. Задача. Под завалами. Плюс на всякий поиск в тундре, так, под снежными завалами. И в принципе ради этого такую штуку могли бы сделать, но я ни разу не слышал о том, что. Вопрос в тундре и под завалами, то есть в горах, телефон, вообще сотовая связь есть? Смотря где. Если есть вышки, то есть. Люди рассказывают, там идет. Что где я катал, там вышки нету. Идет караван по пустыне, такие бедуины. На верблюдах. Значит, звонок Nokia. Залазят, встают, начинают общаться. То есть, ну, очень по-разному бывает. Где-то есть, где-то нет. Можно на это? Да. Если телефон не находит базовую станцию. Продолжает искать. Продолжает искать. То есть в данном случае на потребление практически самое максимальное. Непрерывно. Да. То есть, да, как раз идея в чем? Почему вот была речь про эти самые, про колонки. Потому что когда телефон только-только подключается к сети, он еще не знает, с какой мощностью ему нужно передавать сигнал, чтобы базовая станция его услышала. Потому что он ничего еще не знает о том, где он. Он передает это с максимально возможной мощностью. У современных телефонов это около 2 ватт. А вот, ну, в общем, соответственно, наводки на все окружающие электронику обеспечены. А в режиме, ну, условно говоря, поиска базовой станции. Он что-то отправляет или только ищет синус? Интересно просто. Вот он включился, вот